Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада мацой угостить моряка. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале, доброе утро. У нас в гостях сегодня Владимир Долинский. Давайте поаплодируем Владимира Абрамовича. Спасибо, что вы к нам пришли наконец. А куда я денусь? Ну, вот этот вопрос, действительно. Так в свое время думал Пиночет. Скажите, мы очень рады, что вы к нам пришли. Спасибо. Мы рады, что вы внесли, вы как солнце, вот зашедшее сегодня утро. Что есть, то есть. Что есть, но есть вещи какие-то не отнять от вас. Но еще, и вы, конечно, вы же и вели кулинарные передачи. Да. Вы человек, который кормили, то есть вы коллега в самом широком смысле этого слова. Вань, а ты знаешь, когда меня остановил милиционер, остановил, знаешь, ваши доходы. Ой, слушай, скажи, ты туда какой рис кладешь, отварной или сырой? Я говорю, ну, конечно, отварной, моя дура сырой кладет, аккуратнее. Я понял, я кулинар, я уже не артист, ничего. И надо возвращаться к профессии. И надо возвращаться к профессии. Друзья, Владимир Долинский сегодня у нас на нашей субботней, утренней, веселой кухне готовит что? Я буду готовить такие два очень таких брутальных. Ну, мы же мужики, Вань, и нам да. надо что-нибудь такое вот, такое. Мы будем готовить свиную ногу, которая называется блюдо Соломона. Спокойно, свиная нога, блюдо Соломона. Соломона. Да. Ну, чтобы не перепутать, чтобы нас потом не упрекнули в чем-нибудь. Да. Соломоноведы. Вот. Мы, это вообще, это идет от венгерского царя Шаломоня. 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 Да, который сидел, я специально, да. сидел в одном замке, его заключили в 11 веке, с графом Дракулой. Вот. Это очень-очень такая интересная. Вместе они. Хороший сокамерник. Кто кровушки попьет, кто свининку приготовит. Значит, мы готовим сидеть. Это венгерское блюдо. Это венгерское блюдо. Венгерское блюдо, свиная нога. Свиная нога. А второе блюдо? А второе блюдо мы сделаем деревенский греческий салат. Чудесно. Деревенский греческий. А потом мы сделаем... У меня к тебе будет подарок, тебе и твоему ребенку. Мне и моему ребенку. Да. Сядь спокойно. Я никого не жду. А у тебя нет ребенка? Нет, у меня есть. У тебя же дети. Дети имеются, конечно. Что нужно? Вот мне от тебя ничего не нужно. Дети есть, я могу. Хорошо. Давай достанем. С чего мы начинаем? Наверное, сначала с свиной. С ноги, чтобы она у нас. С ноги. Значит, мы разогреваем духовку уже. Она уже разогревается. Вот она. Вот она красавица. Вот она. Еще с утра бежала по проспекту маршала. Девочка Лариса из Вани, как все. Флора. Досточку вы нам. Досточку, конечно. Вот такая досточка. Ножичек нам бы хорошо. Даю. Вот такой, мужской, большой. По-настоящему. Нет, резать ничего. Вань, значит, нам нужно... Оно, блюдо очень незатейливое. Соль. Вот но не такую совсем уже кристалл, а просто крупную. Просто крупная нормальную соль. Крупную соль. Теперь нам нужен перец. Сюда же. Да, давайте, и сюда. Выковыриваем. Да. Ой, пошел, крупного помола пошел перчик. А я займусь вот чем пока. Я сейчас... Чесночок? Ну, чесночок мы же будем, конечно, шпиговать. Шпиговать? Ну, как? А и, наверное, понадобится нам вот такой вот, сейчас я покажу, вот такой вот ножчик длинненький, да, чтобы делать такие прокольчики. Да, вот я перемешал крупную соль с перцем. С перцем. Значит, насколько я понимаю, что еще? Будет горчица. И туда прямо, не бойся, смело, по-мужски, волевым движением отправляй туда горчицу. Я, и делай из этого... Да, правильно. Я просто побольше вот возьму такую штучку. Вот. И делаю из этого такой... То есть не смешивать это в процессе, да? Да. Сколько ложечек горчицы? Горчицы, ну, давай 3 чайные ложки туда. Ну, вот так. 3 чайные ложки. Вот, да? Хорош. Все, хорош. Перемешиваю. Да? Да, перемешивай. Соль, перец, горчица. Кашицу, да, вот такую кашицу. Соль, перец, горчица. А откуда рецепт, Владимир Ильич, вот такой вот? Ванечка, когда-то на Первом канале... Я вел передачу, которая называлась «Кулинарное путешествие». Большое кулинарное путешествие. А я, Ваня, хочешь эти... Вот посмотри на меня сейчас. Ваня, вот такой ты будешь через 40 лет. Вот такой, нет, через 35. Как вот вы? Такой. Вот я тебе, я доказываю. Есть возможность доказать? Да. Пожалуйста. Спокойно. Так. Держи себя в руках. Ваня, кто это 35 лет? Давайте посмотрим. Можно сейчас попробуем? Вот. Вот посмотрите.
Если убрать небритость, немножко... Но это же я! Немножко интеллекта в глаз. Это же я в 67-м году. Да, друзья, посмотрите, пожалуйста, Владимир Долинский. Вот что с вами будет. Ой, дай бог, чтобы с нами такое было, знаете. Так, я убираю, Ванечка, я тебе это дарю. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Так. Как страшное напоминание. Нет, ну я повешу и буду смотреть, как портрет Дориана Грея, знаете? Да, да, да. Все, я размешал. Что еще мы добавляем? Замечательно. Достань в холодильнике. Бегу. Пиво. Там есть темное пиво. Значит, бутылочку темного пиваса. Да. Назовем это так. Ваня. Да. А ты дома сам готовишь? Вы знаете, готовлю. Бывает. Да? Бывает, но редко. Бывает, но редко, но очень люблю. А что ты готовишь? Да вот все, отец у тебя борщ потрясающий делает. Да. Мой старинный приятель. Когда-то, когда мы снимались с твоим папой в фильме, который назывался, как же он назывался, «Бендюжник и король». «Бендюжник и король». «И король», да. И мы должны были снимать в каком-то подъезде, в Одессе должны были. И разрешения не взяли. И группа подъехала, начали снимать. И вышла... Семья человек из четырех, татары, я как сейчас помню, татары, они были с небольшим акцентом, говорили, пошли отсюда, о чем здесь? Мы хотели бы там поснимать, пришли, стали деньги, пошел, я тебе сама деньги дам. А я играл полицейского, да, такие усы, да, такие, да. У меня была шашка. Я решил, надо же как-то решать проблему. Я вынул шашку, я пришел с шашкой. А это все так надо было сказать, да. Товарищ полицейский, если здесь милиция, значит, все в порядке. Все, видите, да. Видите? Так. Подождите, вот смотрите, что вы делаете. То есть не надо разрезать его, да? Нет, зачем? Чеснок, я имею в виду, чеснок, да? Нет, ну я порезал, я пополам. Пополам. Ну да, чтобы... И прямо вот так вот туда, да. под кожу мы отставляем, все, да. Это же будет все готовиться. Так, да. Орехи не сюда, да? Орехи, это... орехи нет, не сюда. Орехи не сюда. Нет. Значит, смотрите, замазка приготовлена, пиво. Что с пивом? Так, пиво, подожди, Ванечка, пивом мы будем, мы потом зальем. Потому что надо самое главное... Поливать потом, да, будет? Да, потому что будет выделяться отсюда сок. Все будет ясно. Выделяться, он будет смешиваться с пивом, и надо будет, да, вот так, тварь такая, такой, скотобаза. Скотобаза, вот это совершенно верное определение. Скотобаза. Вот ты ее не жалко. Ну, вообще это никакой, ну, это понятно, у нас и не может быть никакой жалкости. Она и при жизни была не очень приятная. Значит, я еще раз напоминаю, мы готовим сегодня блюдо, которое называется свиная нога. Да. Соломонова. Шальмона. Шальмона. Шалямон. Шалямон. Венгерский это царь. Вот. Ну все, я считаю, что дальше. Теперь, Ванечка, вот да. Это оп, вот. Я протестирую. Да, будь уверен. Загорелый. Откуда? Вот так, друзья, выглядит артист. Вот это артист, загорелый, молодой, так, красивый, посмотрите. А вы говорите, лав? Так, ну. Вот теперь смотри, вот теперь мы берем, вынимаем это. Может быть, здесь прямо это будет делать, нет? На досочке? Ты меня сбил. Как? Я даже не знаю, Ваня. А давай, а какая разница? Давай какая разница? Здесь. Здесь, не здесь. Давай здесь. Просто, чтобы... И вот мы берем вот так вот. Да. И волевым движением. Вот она. Вот, да. Она. Вот она, свиная ножица. Свиная ножица. Вот тебе. Вот так тебе на долгие... Друзья, как гласит старинная венгерская пословица, мясо нужно оскорбить. Прежде чем, чтобы хорошенечко... Оскорбить и гневно унизить. Унизить, чтобы мясо от злости зажать. Стало мягче. Стало мягче. Так. Вот так, так вот, вот так вот. Все, вот так. Пань, вы напоминаете сейчас турецкого банщика, который массирует... Молодую японку. Молодую японку. Я бы сейчас съел это. Да, нет, не надо. Многие так делают, я знаю. Так, Ванечка, дай мне, пожалуйста. Идите вот... Куда, в баню? Идите в баню. А я, наверное, могу это залить пивком? Владимир Иванович. Ну, я... Давай так. Вань, я бы не заливал сейчас. А когда? Мне кажется, что надо ставить сейчас, да, это туда, в духовочку, и чтобы она немножечко дала сок. А потом мы зальем, и уже когда сок смешается с пивом, тут самое главное, верно, все время ложечкой подмолаживать. Сколько градусов нам нужно здесь? Сделай приблизительно 15 градусов. Ну, нет, ну, 180, ну, да, я думаю, что да, 200. Так, окей, ставим. И, друзья, да, короткая пауза на Первом канале. Хорошо. У нас сейчас реклама, небольшая реклама. Ну, нам нужно, как говорится, небольшую рекламу сейчас объявить.
после которого мы вернемся в наш литературно-кулинарный альманах, и вы узнаете, что сморчки в переводе с молдавского означает группе Rolling Stones в этом году 50 лет. Марта Львовна, у вас супруг, конечно, интересный человек. Так рассказывал все за ужином нам столько историй, а потом еще взял задаток за Новую Волгу. А он кто он вообще по профессии? Григорий Горин, тот самый Мюнхгаузен. Дорогие друзья, с вами на канале. У нас в гостях сегодня Владимир Долинский. Владимир Абрамович, да. Что нас ждет теперь? А, кстати, баранья... Да. Почему баранья называют? Да. Свиная нога, да. По-венгерски, стоит, да, уже в духовке. Да, Ванечка, ее надо вот сейчас самой, она уже разогрелась, да, нагрелась, и вот сейчас надо ее залить пивком, темным, обязательно темным. Вот что мы и делаем. Вот смотрите, друзья. Вот что мы и делаем. Вот так вот. Теперь, Ванюш, в чем секрет? Из нее будет выделяться из ноги сок кровяной. Да. Он будет смешиваться с пивом, а мы будем периодически прерываться. Поливать вот этим, чтобы все, она доходила. Ставим туда, да? Давай. Ставим. Все. Пошло. Дело сделано. Так, теперь мы будем делать деревенский греческий салат. Давайте-ка еще чуть-чуть туда я. Опа. Так. Возьмем вот такую плошку. Плошку для салата. Для салата, да. Вот я смотрю, здесь одна оплошность, но это я не предупредил. Да. Нужны большие огурцы, которые вот так, как бы такой среднего размера кабачки почти. Вот такие вот огурцы. Так меня учили те греки, которые... Знаете, а такие огурцы, они в Греции вкусные, а у нас они какие-то кормовые, не очень. Ну, тогда мы будем эти... А вот эти-то, посмотрите, эти-то, а? Да. Вань, гладенько. Надо их... Здесь секрет в чем? Как крупно, есть? По-деревенски крупно. Давайте, да, я отрезал. Так, да. Я понял. Я отрезал попочки, я потому что этого... не бойтесь этого слова, да. Первый канал, мы можем, да, себе позволить. Режем. Так. Режем прям, да, крупно вот так вот. Так. Крупно вот так вот. Режем. Так, режем. И скидываем сюда. А давай, Вань, ты будешь по огурцам у нас, а я по помидорам. Отлично. Помидоры мы делаем следующим образом. А сколько еще? Разрезаем. Так. Ну, еще один. Ну, вот это, одну вот порцию. Это. Да. Так, убираем попочки. Так, вырезаем попочки. Так. Здесь вырезаем вот эту вот бяку. Так. И режем вот так вот. Так, прекрасно. Вот так. Прекрасно. Вот так. Так. Вот так. То есть крупными деревенскими, вот так, деревенскими такими штрихами. Штрихами. А как какая это... кухня, Владимир Абрамович, для вас вообще является самой любимой, национальной, привлекательной? Есть у вас какой-то фаворит среди... Вы же много ездите по разным много, странам. Да. Я вообще люблю. Я люблю мясо, я люблю рыбу, но я люблю все это либо на пару, либо на гриле, не на сковородке. То есть... И люблю и овощи. Я обожаю большое количество овощей, овощные рагу, овощные какие-то вот смеси, овощные, Ваня. Овощные. А рыбочку я люблю, солит, люблю рыбочку, такая есть. Под Москвой водится такая барамундия. 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 Да, такая, это московная рыба. Московная рыба. Она, да, живет в Одинцово. С матерью. С матерью, да, радой. Да, радой, да. Вот. Так. Давай еще полпомидорчика. Болгарский перчик нужен ли туда? Да, Ванечка, обязательно. А как, наверное, крупными полукольцами? А вот и нет, я ждал этого. А перчик помельче, Ванечка. Вот это вот я точно помню. А перчик, я думал, вы сейчас целиком. Так, хорошо, поймал меня. Скажите, а вот вы за время своей театральной карьеры, да, ну, у вас, насколько я понимаю, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, у вас, да, три основных таких театра, вехи, да? Да. Это «Сатира», «Ленком» и театр «У Никитских ворот». Да. Ага. Вот скажите мне, поскольку... Ванечка, нас... я пока ты не задал вопрос, я беру салат, я не знаю, какой это, и я его сюда... Бумажные надо... салфетки, на которых мы салат сушим. Ничего страшного. Вот вопрос... Затем мы берем... Сам знаешь, что... Давайте только ноги-то отрежем. А зачем? Пускай так. Ну, я все... мы... А я рвать... А вы обрываете, а ноги оставляете, да? Да. Как прямо... Вот так. А вот. Дерзко, по-нашему. Дерзко. По-мужски. Так, я пока нарезаю мелкий, да, перчик. Вот я хотел, да, спросить. Какие-то кулинарные традиции в театрах? Да, кулинарные традиции... Одно, господи, боже мой. Ванечка, кулинарная традиция была одна. В театре «Сатиры». В театре «Сатиры» это отличалось тем, что приходил Анатолий Дмитриевич
Папанов, так, нашу грим-уборную, так, где сидели, Саша Пороховщиков, такой, так, Боря Кумаритов, да, я, сидели и говорят, ребята, сегодня выпивать будете? Анатолий Ильич, да вообще вон взяли бы, без меня не смейте. Он приходил, я наливал, нет-нет, я пить не буду, я в завязке, я посмотрю. И он, да, но он приходил, не помню, подтягивал брюки одной рукой, успев переодеться. Да. А во второй у него был винегретик и сосиски. Это вам закусить, без закуски не надо. И вот мы, да, ой, на троих разливали бы. Хорошо-то, ну ничего, скоро и мой час настанет. Это сатира. А кто приходил, неся в руке винегрет и сосиски в театр Ленком? Там приходил такой, любил приходить к нам. Но он приходил без закуски и пить нашу водку. Он приходил. Все-таки Ленинский, не будем забывать, что это Ленинский комсомол, конечно. Да. Всеволод Дмитриевич Ларионов. Ларионов, да. Он такой был не самый широкий человек, это замечательный актер. Тут не хочу ничего плохого сказать. Ничего плохого вы не сказали, да. Ванечка, я добавляю туда. Будьте любезны. Да, а это мы делали Олег Янковский, Саня Абдулов, Саша Збруев. Вот, да, это мы себе вот позволяли. Да. Ванечка, теперь что? Давай вот это вот перемешивай, а я буду, я сейчас посолю. Крупно, вот так, крупной солью. Так. Да, теперь перемешаем. А что, вот, что в нем выдает греческость этого салата? Ну, есть, да? Ну, есть Ваня. Так, друзья, мы решили, что если салат деревенский, да, то мы будем использовать это венгерская национальная деревенская емкость для салата, которая называется киш-дабош. Киш-дабош салатный. Киш-дабош салатный, да, для салатиков. Почему венгерской? Это удивительно вдвойне, что салат греческий, а емкость венгерская. Да, да. Они очень дружили. Они очень. Так, вот. Так. Ну, перемешивать надо, да, ни в коем случае не так. Перемешивать надо, вот вы берете, да, и вот, да, вот, вот так. Во-во-во, вот так. Это по-нашему, вот, по-гречески, по-деревенски. Вот, сразу уже отвалилась, да, ручка, что? И мы тогда ее берем. Они, как говорили древние греки, не в ручке счастья. Да. Это точно. Да. Так, значит, фета. Так, сыр фета и тоже достаточно крупными вот такими вот. Ой, вот, ой. Так, вот так, Ванюша. Ой. Так мы с ним. Владимир Абрамович, на секунду, да, я, с вашего позволения, вы тут добавляете фету, да, а я полью сейчас свининку там. Да, ой. Да? Да. Надо бы. Опа. Вот, смотрите. Опа. Из свининки пошел сок. Мы берем. Пошел хорошо сок. Вот тут, ну, сейчас она уже, вот и мы ее поливаем пивом-то этим. Так, сейчас мы ее обратно туда положим. Так, все. Искупали свинью в пиве. Искупали. И сделали поменьше, да, чтобы там не, да, сильно испарялось. Так. Все. Оливковое масло. Оливковое масло. Оливки. И сами оливки. Сами черные. Оливки. Какие? Черные оливки. Вот эти. Вот эти вот самые, вот эти вот самые. Пол коробочки. Ой, крупные-то какие, хорошие. А давай всю коробочку. А ну ее вот. Одного туда живем, Ваня. Давай. Дерзкие. Дерзкие, потому что мужики настоящие. Настоящие дерзкие мужики. Не боимся оливку в салат добавить. Оп, пошло маслице. Пошло маслице. Хорошо. Оливковое. Хорошо. Так. А крупные сольцы еще. Еще. А лимончика подвыжить туда. А куда же он денется-то на одной ноге? Вот он, деревенский салат. Сейчас, друзья, последний... Знаменитый последний штрих. Берем вот так вот греческие орехи, вот так вот. Так. Берем в эти сильные, мускулистые мужские руки, вот и так давим вот. Давим тоже. Давим вот так вот и засыпаем, засыпаем. Но они очень мощные по вкусу, и поэтому много не надо. Вот две охапочки на такое количество вполне хватит. Так, да, ну что я могу сказать? Я могу сказать, что выглядит это стрим, это просто, ну, это мощно будет. Да, да. Давай, перчик, перчик сверху вот так? Перчику, ага. Вот так, да? Да, да, да. Ну, вот так.
Владимир Романович, оставлю вас с греческим салатом. Так. На секунду напомню всем, что у нас свиная нога по-венгерски в пиве. А я пока, тушится. Пока ты пойдешь. Сейчас подождите, чтобы вас сняли. Вот я пойду туда, а вы сейчас будете на экране. Я буду на экране. Да, вот смотрите, улыбайтесь, друзья. У нас короткая рекламная пауза, после которой у нас будет возвращение в наш кулинарно-литературный альманах. И вы узнаете, между прочим, что коптильня в переводе с румынского означает «бабушке 95, она все еще курит». Зина, вставай, там тесть со своячницей уже с вокзала звонили, сейчас будут. И на чем они только приехали-то? Борис Пастернак на ранних поездах. Дорогие друзья, с вами на Первом канале. У нас в гостях сегодня Владимир Долинский. Мы готовим свиную ногу по-венгерски. Да. Мы приготовили уже по-деревенски, греческий, деревенский настоящий салат, который мы накрыли, чтобы он не обветривался. Да. И сейчас какой-то сюрприз для моих и ваших детей. Да. Ванечка, хлеб. Хлеб. Да, это редкий гость в нашей кухне. Берем, Ванечка, сковородочку. Ой, я знаю, что это будет, я знаю, уже догадался. Да. И вы будете смеяться, Владимир Иванович. Да. Вот никогда вы ни за что не догадаетесь. Но это блюдо только с белым хлебом. Я вдруг сейчас понял, я увидел яйца, хлеб. Да. Это готовило мне все мое детство, моя бабушка. Значит, бабушка подглядела у меня, потому что много лет тому назад. Это я сделал своей дочке. Я назвал это «Солнышко в рамочке». Эта стерва ничего не жрала у меня. Она терзала меня по душе тем, что ничего нельзя было в нее всунуть. Тогда я придумал вот это вот блюдо. Назвал его «Солнышко в рамочке». «Солнышко в рамочке». Да. Многие так называют Иосифа Сталина. Да. Так, наверное, немножко маслица. Маслица обязательно, да. Вы такое, это вы туда два солнышка пометите. Ничего подобного. Так. Ванечка, это так кажется. Разогреваю маслица. Разогреваем маслица. Она должна так пропитаться маслицем. Кладем туда хлобысь. Так. Это у нас будет рамочка. Мы сейчас обжариваем ее с двух сторон. Так давайте уж две сделаем. Как две? Одна. Ну, как кому? У тебя сколько детей? У меня-то больше, чем один. Тогда давай все четыре. Так давайте посмотрите, а здесь сколько детей? Голодные рты. Давай. Именно из черного хлеба, да? Из черного хлеба, конечно. А вы знаете, что самое интересное? Я вам скажу, вот смотрите, кладите рамочку. Да. А у меня самым любимым у бабушки, я добавлю, были еще вот эти штучки. Греночки. Греночки, да. Которые сюда еще кладутся, потому что вдруг внучок большой, морда во, бреется с 11 лет, и захочется еще и греночки, не наестся внучок. Не наест, дед, вообще, вот что значит. Понимаете, вот все-таки, значит, продвинутая бабушка. Бабушка продвинутая, конечно, так. Так, теперь мы берем яичко. Яичко. Давай возьмем вот такой ножичек. Так. Нет. Так. И аккуратно. Прямо вот сюда. Тихо. Чтобы не растеклось. Вот это вот идеально. Оп, это облачко. Облачко на солнышке. Не мне облачко, а пятнышко на солнышке. Пяка на солнышке. Так. Так. Так, теперь поменьше. А мы сейчас вот сюда поставим на другую. Ага. Огонек поменьше, вот сюда передвинем. Здесь выключим. И что? Так, а теперь нужна крышечка, Вань, чтобы запеклось. Мы же переворачивать не можем. Ни в коем случае не будем. Так, и чуть-чуть давай это присолим. Так. Такие снежиночки такие сделаем. Так. И с другой стороны. Да. Так. И закрываем это все крышечкой. Вот крышечкой. Так. Все. Ванечка, в принципе, у нас что? Сейчас у нас через где-то вот минуты... Вот пока солнышки запекаются, да. Мы уберем хлебушек. Связано. Уберем вообще все ненужное. Да. И достанем уже, начнем уже плавную сервировочку. Так. Хочется кушать вообще, да? Да, мой дорогой. Хочется свинячьей ноги. Да. Хочется кушать. Девушка, кушайте. Спасибо, я кушаю. Вот девушка, вы кушаете, я кушаю. Вы не кушаете, вы жрете. Вы жрете. Кушаете нормально. Да, да. Значит, смотрите, друзья, давайте-ка пока вспомним ингредиенты греческого салата по-деревенски. Итак, вот он. Крупно порезанные огурцы. Дерзкий греческий салат. Да.
крупно порезанные дольками помидоры. Так. Сыр фета. Сладкие болгарские перцы. Маслины. Трава в неограниченном количестве, любая. Но лучше всего базилик, петрушечку и кинзу. Вот. О, еще вам? Нет уж, сейчас мы свинину. Нет, нет, нет. Хорошо. По свинину пойдем. Да-да-да, там подождите, там все пока запекается. А у нас салат. Крупно порезанная, порванная зелень, крупно порезанные огурцы, маслины, мелко порезанный болгарский перец, крупно порезанные помидоры, фета, достаточно крупно порезанный, лимонный сок, оливковое масло, грецкие орехи, раздавленные сильными греческими руками, загорелыми. Да. И немножко соли и перца. Да. И к этому салату. И к этому салату. Вот она, наша красавица. Вот она, наша... Хаврония Ивановна. Матушка. Да. Давайте-ка мы пока вспомним, как Владимир Абрамович готовится венгерская свиная нога. Мы берем ногу, фаршируем чесноком. Затем натираем ее смесью перца, соли, крупной соли и горчицы. Да. И горчицы. Как следует. Заливаем пивом в духовку на небольшую температуру, чтобы и поливаем все время соком мясным, выделяемым вместе Почему с пивом. Почему на небольшую температуру? Ваня? Потому что будет гореть сок. Не будет гореть сок. Он для того и сок, чтобы не горело. Гореть будет. А я говорю, не будет. Чтобы не жарилось, а томилось. Томилось. Она потом сначала поджарится. Потом... Хорошо, тогда на большую, а потом на небольшую. Большую, вот так. И вот пока, друзья, с костей со свиной мясо не будет сваливаться, даже не думайте это доставать и есть, потому что свинина в Венгрии. На сильном огне, на сильном, на сильном огне. На сильный огонь. Так, Ванечка, давай. А давайте-ка, Владимир Абрамович, выпьем за вашу семью. Давайте, спасибо. Выпьем за ваших товарищей артистов. Выпьем за вас, выпьем за всех детей мира, которые, конечно, с сегодняшнего дня будут есть солнышко в рамочке. Только солнышко в рамочке. Вот мы будем за это пить и желать вам здоровья. Спасибо огромное, друзья. Владимир Долинский сегодня у нас в гостях приготовил. Мой дорогой. Хорошо. Хорошее вино, да? Ой, хорошее. Подождите, дайте я попробую. Закусим салатиком и свинка. Вот свининка то, что надо. Да. А солнышко. Мы сейчас попробуем. Солнышко-то наше в рамочке. А давайте так. Давай. Смотрите, подождите. Вот эту штучку. Вот эту. Подождите. Ой, а смотрите, все, одним кусочком прямо. Одним кусочком. Сейчас, подождите, сейчас мы аккуратненько, да, то, чтобы солнышко не вывалилось из рамочки. Да. Аккуратно. Вот, ну, какой ребеночек вот не съест такое солнышко в рамочке? Даже такая какой... привередливая, как моя дочура, она ела это, уплетала это с огромным удовольствием. Прекрасно. Да. Ну что же, и солнышко в рамочке вот. Мы разрезаем. Я с удовольствием попробую. Более того, у меня вот немножечко рамочка потекла. Ой, хорошо. А оно такое, у тебя сопливенькая яичница. У меня целенькая такая, как... Это... Какой... Вот так вот, прямо аккуратно, да, горячо. О! О! А сейчас, Ваня, хотел бы какой-нибудь подарок. Да, Владимир Ильич, спонсор нашего сегодняшнего шоу. Да. Торговый ювелирный дом «Эфиопские бриллианты» дарит вам, Владимир Абрамович, эту продуктовую корзину от всего чистого сердца. И знаете, сегодня... На любом детском утреннике вы будете желанным гостем. Друзья, фартук смак для вас, Владимир Абрамович. В гостях у нас сегодня был Владимир Долинский. Поаплодируйте, пожалуйста, нашему любимому, дорогому. Я сейчас вернусь, и мы солнышко доедим. Хорошо. Все завернут, как говорили аборигены, глядя на путешественника. Друзья, у нас на этом все на сегодня. Блеск какой. Смотрите нас в следующий раз, и вы узнаете, что бессмертное произведение Лермонтова «Маскарад» в белорусском переводе звучит как «ряженка».